Глава региона пожелал владыке долгих лет жизни, поблагодарил за его ежедневный труд, службу на благо жителей края и большой вклад в развитие духовной жизни региона. Духовный стержень – это, наверное, тот основной стержень, который позволил нашему народу выстоять в самых лихих испытаниях. И Кубань, наш край, тоже прошел много суровых годин. Вот этот духовный стержень, я уверен, он помогал, помогает и поможет сегодня нашему народу. Вы вот тот духовный наставник всей Кубани, который помогаете быть с Богом, быть в наших храмах. Благодаря вам сегодня духовная жизнь Кубани на высоком уровне, я считаю. Благодаря вам сегодня строятся храмы. Сердечно благодарю вас за ваше поздравление, за ваши добрые пожелания, за высокую оценку моих скромных трудов. С именем митрополита связывают возрождение православной веры на Кубани. В регионе активно строят и открывают новые храмы и приходы. Сегодня на Кубани их более 500.